Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и на продаже за 2500 появился пудель в составе годного набора. Почему я считаю его годным? Ну, просто потому, что финансово, мне кажется, он выгоден. Сейчас попытаюсь это дело все обосновать. Дело в том, что вам за 2500 предлагают взять премиумную машину 6 уровня. Да, окей, пускай она не стоит 2500, я согласен с этим. Пускай ее ценник будет так, чтобы ни вашим, ни нашим, от 1500 до 2000, значит, будем брать среднее 1750. 50, да? Тогда получается 750 с голды вы заплатите за набор из бустеров эпических, за X5 в количестве 10 штук на пуделя, что поможет прокачать вам элитный опыт экипажа, и вы получите целых 14 дней прем-аккаунта. На сегодняшний день это действительно ценность, и чё уж тут. Многие ребята покупают себе дни према для того, чтобы быстрее прокачивать ветки. Что касается этого сертификата на исследование танка, то я не считаю особой ценностью, потому что шестерку, по-моему, и так можно вполне спокойно прокачать, ну а оборудование на 6 уровне не стоит очень дорого серебром, поэтому много вы не сэкономите. Что хочется сказать по поводу прем-аккаунта. Обратите внимание, что 7 дней према стоит, если просто их покупать, 1250 золота. 14 дней према стоили бы 2500. Так что это получается? Вам дают 14 дней према и при этом абсолютно бесплатно отдают пуделя? Ну, если считать таким образом, то, наверное, да. Что собой представляет пудель? По орудию очень комфортная тачка, очень точная классная пушка, которая имеет хорошее время сведения и добротный разброс, довольно-таки неплохой ДПМ на своем уровне, по времени перезарядки крайне-крайне приятная, потому что 5,5 секунд неполных с учетом оборудования и амуниции. Нет брони абсолютно, но есть угол склонения орудия вниз минус 8, который позволяет комфортно отыгрывать на неровностях, но от башни играть не рекомендуется. 160 единиц альфы. Почему не рекомендуется играть от башни? Несмотря на то, что маска орудия здесь очень большая и довольно часто принимает рикошеты, то здесь, ребят, есть выше вот такая вот огромная ком-башня, которую пробивают с легкостью все, кому не лень. Корпус здесь тоже, кстати, ребят, практически полный картон. Если где-то что-то танканули, то я бы сказал, что это больше удача и фарт, нежели сталая действительность для пуделя. В свое время на пуделя был ивент, в котором пуделя можно было забрать абсолютно бесплатно. И очень часто игроки вспоминают об этом, когда машины из ивентов, которые можно было забрать бесплатно, появляются на продаже, и они говорят, что нет, отдавать за голду, за то, что... Точнее, не так, отдавать голду за то, что раньше можно было получить бесплатно, это глупо. Ребят, но у нас очень много машин появляется на продаже тех, которые ранее были в каких-то ивентах. Раньше можно было забрать себе Центуриона, Проджету 46, можно было забрать себе Акулу, если я не ошибаюсь. Короче говоря, огромное количество машин можно было с той или иной легкостью либо сложностью забирать из какого-то ивентика. Поэтому оценивать машины, исходя из того, что они раньше были подарочными или не были подарочными, это не совсем правильно. Время течет, все изменяется, ну и, соответственно, нельзя мерить прошлым, меряйте настоящим. Сразу сваливаем отсюда, ну просто по той причине, что нам здесь сделать... нечего. Навряд ли кто-то поедет сюда нас прикрывать. Блин, какие вы непредсказуемые. Класс. И леопард уже успел свалить. Ну, поехали отсюда. Тут нечего делать, ребят. Ау-у. Эй. Тяжик, ты слышишь меня? Пожалуйста. Ну, вот что делать? Ехать с ним? Ладно, поехали. Поехали с ними. По подвижности. Машина в целом подвижная. Для среднего танка очень даже. Что касается точности по орудию, по времени перезарядки, очень классно, очень комфортно, очень удобно. Что касается результативности машины, я бы не сказала, что на данной машине держится прям победа всей команды и что это является тачка фундаментом для победы. Но в любом случае, свои результаты в бою машина дает. Дает вполне себе даже легко. Единственное, что помните по поводу того, что необходимо не подставляться и необходимо обязательно поддержка ваших союзников. Данная машина, понятное дело, что не выдерживает натиска, будучи одинокой.
Но если есть кто-то, кто может поддержать, то данная тачка очень классно отыгрывает. Она довольно-таки комфортная в отношении того, чтобы закрутить. Она довольно-таки комфортная в отношении того, чтобы перезарядиться и добрать. Да, пускай не супер зашкаливающая альфа в 160, но все же, ребят, вполне себе даже приемлемая. Хотелось бы, как обычно, больше, хотелось бы, чтобы перезаряжалась быстрее, но это если прям уже совсем придираться к данной машине. Ладно, даже не буду точку захватывать, не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Больше чем уверен, что объекта смогут расковырять. Ну а мне бы хотелось подъехать и кинуть еще пару тычек в соперника, но, к сожалению, я навряд ли успею это сделать. Прощай, объект 244. Здравствуйте, результаты боя. Ну и обязательно сейчас возьмем пуделя и попробуем зайти еще в одну каточку. Что могу сказать от себя? Я бы, не имея пуделя в ангаре, за 2500 данный набор взял. Ну, просто потому, что он выгодный. И потому что на пуделе можно получать удовольствие от боя. Если вам нравятся вот такие вот дырокольчики, которые по чуть-чуть забирают хпшку у соперника, то почему бы и нет. 36 тысяч, с учетом того, что у меня есть прем-аккаунт. Да, пускай это не суперфармер, да и в принципе на шестерке фармить занятие такое себе. Что касается нашей результативности по команде, то абсолютно не потея, практически не страдая, мы вполне спокойно занимаем третье место в команде. Что я лично считаю довольно неплохим результатом, с учетом того, что по началу боя мы не сразу ринулись куда-то на передовую и не с самого начала боя начали реализовывать данное скорострельное орудие. Ну что, заходим еще в один бой и посмотрим, чего сможем сделать во второй карте. Ну что, поехали. Сейчас посмотрим, кто куда. Ладно, поехали. Попытаемся что-то сделать, хотя что-то мне подсказывает, что не очень бодро все получится. Особенно если тяжелые танки на это направление приедут, а наши поехали продавливать через точку С. Обалденная точность, обалденное время сведения. Так, брат ты любезный, не хулигань, спрячься, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, чири. Но, как есть, рано или поздно-то все равно должны были меня немножко поцарапать. А вот теперь, мне кажется, самое время переместиться. Так, дадите добрать. Ай, големы не хватило. Ну, неприятная ситуация, согласитесь. Когда вот какой-то там вот мизер остается у соперника, и ты его из-за этого не добираешь, прям совсем-совсем грустно. Ну, ребят, не без этого. Чё уж там. Всяко бывает. Бывают подкрутки от игры, бывает все что угодно. Уходим. Сейчас получу тычку от Арла. Нет. Ай, блин. Не успел. Ну ладно, здесь уже, в принципе,
Как говорится, дело техники, команда доберет. Но в любом случае, согласитесь, машина играется довольно неплохо. Пускай не идеальная тачка, но что-то веселое и интересное в ней, безусловно, присутствует. Свое мнение по поводу набора я уже высказал. Что касается того, покупать ли вам, здесь уже решать вам по результатам увиденного, но могу сказать, Пудель играется вот так на постоянку. Более крутых каких-то результатов вы будете видеть довольно-таки редко. Что касается результатов по фарму, то 48 с учетом према, без према 3700. Ну а что касается результативности по команде, то бодрое второе место. И я, честно говоря, получил удовольствие от той катки, в которой присутствовал. Похвалим обязательно наших ребят-соперников, наших ребят-союзников. Ребят, уважайте друг друга. Я думаю, что это основоположное в этой игре. И тогда у всех будет хорошее настроение на постоянку, если мы не будем друг друга постоянно оскорблять. Вот такой вот он Пудель за 2500 в составе годного, по моему мнению, точнее выгодного, по моему мнению, набора. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы за честность. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. Ну а вы жмите на колокольчик, чтобы не пропустить их выходы. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.